На встрече собрались ветераны Великой Отечественной войны, ветераны войны в Афганистане, участники боевых действий в Чечне, председатель Анапского совета ветеранов Анатолий Гапонов, председатель Общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане города Анапа Павел Саркисян и другие почетные гости. Также для участия в мероприятии пригласили молодежное литературно-художественное объединение «Авангард» и Центр патриотического воспитания молодежи «Ратмир». Здесь организовал выставку наш военно-патриотический исторический клуб «Черномор». Ребята занимаются поисковой работой и действует выставка передвижных экспонатов времен Великой Отечественной войны. Помимо выставки, здесь будет сказано ответное слово ветеранам, благодарность от нынешнего поколения, поколения 21 века. О войне были спеты песни, прочитаны стихи, сказаны слова. В памяти погибших зажгли свечи. Проходят десятилетия, сменяются поколения, но подвиг павших, как наглядный пример силы и мужества, никогда не забудется.